Торжественно клянусь, что замышляю только шалость. Шалость удалась. Одно хорошо. К концу года мы избавимся от Снега. Никто не продержался на этой должности больше года. Я лично буду держать скрещенные пальцы. Может, еще кто помрет. Почему вы не записались на зельеварение, мистер Поттер? Вы уже не мечтаете стать мракоборцем? Мне сказали, что я должен получить в СОВ оценку «превосходно». Так оно и было, когда зельеварение преподавал профессор Снег, а профессор Слизнорд с удовольствием принимает учеников с оценкой выше ожидаемого. Великолепно! Я направлюсь прямо туда. Не хочу учить зельеварение. Я в нем не шарю. Я не знаю, как туда попасть. Половина замка перекрыта мракоборцами. Спросим почти безголового Ника. Он бродит по всему замку и знает все тайные пути. Гарри? Черт возьми! Как настрой? Боевой, я надеюсь? Возьмем кубок по квиддичу в этом году. Да, но сейчас мне нужно в класс зельеварения. Вы не знаете обходной путь? Разумеется, знаю. Идите за мной. С удовольствием вам помогу. Хорошо, хоть в этом году зельеварение ведет не Снег. Интересно, как будет у Слизерна-то? Они его обязательно найдут. А если нет? А если его схватили пожиратели смерти? Все знают, что он помогал мракоборцам. Вот мы и пришли, Гарри. Спасибо, Ник. Мы, гриффиндорцы, должны помогать друг другу. Если что, зовите меня. Чем смогу, помогу. Хотя бы мудрым советом. Я ваш человек, то есть призрак. Иногда я сам от себя умираю. Умираю. Из всех привидений Гриффиндора досталось единственное, почти безголовое. Он нам помог или нет? Гарри, мальчик мой, я уже начал беспокоиться. Извините, сэр, мы опоздали, и, боюсь, Рон и я не захватили нужные книги. Ерунда, возьмите все необходимое из моих запасов. Простое зелье, которое, думаю, вам пригодится в учебном году. Открываем учебники и варим умастрильное зелье. Гермиона, умастрильное зелье? Мы делали его на четвертом курсе. Делай то же, что и я. Ш-
желчь броненосца. Надо попробовать еще что-нибудь. Великолепно! Теперь добавим часть этого. Теперь добавим часть этого. Да, горячая штука. По крайней мере, во время приготовления. Но вы все-таки постарайтесь не перекипятить. Дыра в котле бьет по финансам и здоровью. Вы неплохо справляетесь. Слизь в лобер червя. Не засыпаем. Почти получилось. Не сдавайтесь. Иглы дикобраза. Хватит мешать. Время не задержать. Время. На полях.
Красный для новичков нагревай, пока зелье не станет розовым. Это просто заметки ученика. Если бы это был правильный рецепт, его бы напечатали в учебнике. Да, но попробую следовать этим записям. Совсем неплохо. Не может быть, Гарри. Розовая? Ну да, я должен был... Нет, нет, красный, конечно, базовый цвет. Но розовый превосходно. У вас есть все данные зельедельца. Думаю, вы готовы попробовать что-нибудь посложнее. Например, напиток живой смерти. Я говорил тебе, оно должно быть розовым. Сэр, вы не сказали нам, что находится в той золотой бутылочке. Это Феликс Фелицис, более известный как напиток удачи. Один глоток и везение сопутствует вам повсюду. И это зелье будет наградой тому, кто сумеет сварить более или менее пристойный напиток живой смерти. Маленький флакончик удачи. Времени у вас немного, приступайте. Удачи. Давай я тебе подскажу. Нет, спасибо. Мои инструкции совершенно достаточны. Как знаешь. Мозг ленивца. Горькая полынь. Слишком много дыма, Гарри! Неплохо, мисс Грейнджер. О, отлично, Гарри. Вижу, вы унаследовали талант своей матери. Она была мастерицей по зельям. Вот вам приз, как обещано. Флакончик удачи. Используйте его с толком.